Доброго всем времени суток, с вами Texer, и вышло у нас Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Ну, как бы о предыдущих-то от этой компании я не осведомлен, не встречались они мне. Встречался какой-то левый симулятор мото-механика, убогий напрочь. А хорошего на уровне Car Mechanic не встречалось, версия, кстати, 1.0. Типа не сраный доступ. А стоит оно 300 с чем-то в Стиме, но как бы цена наводит на подозрение. А вдруг не очень. Хотя в демку этой игры я играл, демка понравилась в целом. Она послабее Car Mechanic, но пойдет. Ну, в общем, поехали. Новую игру. Ну, конечно. Ага, вот так. В общем, на русском назваться нельзя. Хотя игра, как видите, не на лунгваге, ну, много языков. Назад только на латинице можно. Ну, ладно. Поехали. Так, нормальный режим. Основные правила банка. Не-не-не, сюжет не пропущу. Нормальный режим. Пропустить обучение. А я надеюсь, что будущее... продвинутым игроком в кар-механик, уж с мото-механиками я, наверное, как-нибудь справлюсь. Ну, или немножко потуплю и справлюсь. Есть внутриигровая музыка, надеюсь, YouTube за нее не банит. Но если банит, в следующей серии отключу, что я. А эта серия будет такая. Ну, YouTube не банит, он ограничивает. Реклама там все такое. То есть, реклама есть, но она уходит совсем в другой карман. Долго, кстати, игра очень грузится. Я загрузки стартового меню ждал минуты две. И тут сейчас, видите, создает гаражик. Кстати, тут интересно, она на SSD стоит? Не, наверное, не на SSD стоит. Наверное, на обычном диске у меня стоит. Я не смотрел, куда Steam ее установил. Библиотеки у меня стоят и там. Ну, просто на SSD места маловато. Он 500 гиговый. Я как бы... игры, которые повесомее и не очень требовательны к скорости, я на обычный ставлю. Кстати, советую регулярно проходить по папке, где в Steam ставятся игры. Потому что там очень много остатков от игр. Я вот недавно полазил и на 200 гигов начистил. Так, ну, графоний так себе, честно сказать. Музыка мало-мало навязчивая. Рабочая скамья V3. Переставить. Знаете что? Оно мне полка V2. Заменить, удалить. А это... ты еще и тормозишь, а что собака? А, шиномонтаж. Серьезно? Шиномонтаж для... цикла. А я почему-то не могу сейчас заюзать балансировкой, ну понятно. Я почему-то не могу заюзать, ну типа пользоваться этим. Комод. Сухая вакцина. Драйвак, наверное, да? Сухая вакцина. Я, возможно, на лонгуагу переключусь. Так. Полка, тележка инструментов. Ну, пока что-то как-то не впечатляет. Ладно, пошли, почта. Так, доступно. Эх, как давно я не был на осмотре нормального механика. Достаточно долго, чтобы, вероятно, все фильтры, тормозные колодки потребовали замены. Кстати, проверьте также все жидкости в мотоцикле. И вот список, что заменять. Ну, хорошо. Долго откладываемый визит к механику. Я не помню, почему меня в станки не пустили, но, возможно, без мотоцикла на стенде в станки не пускают. И игра опять ушла в загрузку. Грузит мотоцикл, я так понимаю. Но что-то так-то индюшатиной пахнет. Махровый. Car Mechanic такого не позволяет. Там сразу, бах, релиз. Все работает, почти без багов. Ну, то есть про баги в Car Mechanic я только слышал, лишний не видел. Ну, если не считать за баги вот этот вот фильтр лишний, который в машине остался при замене двигателя и так далее. Очень долгие загрузки, конечно. Просто пипец.
Блин, я поставил Атлас тоже на хард, на обычный. Ну, сравнить Атлас и вот это, вот, а грузит примерно с одинаково. Просто Атлас шибко здоровый, там больше 100 гигов. Такой на SSD ставить, ну его нафиг. Как бы и необходимости. Он из харда нормально пашет. Давайте поузну тогда, сейчас пока думает. Ну, а оно наконец-то выдалось. Так, настройки. Кстати, я лучше придушу немножко. А, придушил. Ну, как-то вот так. Возобновить. Так, ну вот мой мотоцикл. Мой, ладно, не мой. Что тебе нужно там сделать с ним? А, вон там слева у меня написано. Клапан подачи топлива, дроссель правый заменить. Видите деталь, откройте меню, откройте планшет. Так, хорошо. Ну, модельки видели получше. А, блин, я уже хреново помню, где мотоцикл находится. Давно это было. Дроссель правый, дроссель левый. Общая тухлость рисуется, видите, они тухленькие дроссели эти. Так, дроссель правый, дроссель левый. Клапан подачи топлива. Кран, наверное, подачи топлива в ёлке. А? А, это я бензин выливаю из бака. Ну и заодно мне... Ну да. Тут типа не ошибешься, не прольешь. А, что там у нас? Воздушный фильтр. Где-то вот тут он. И чё? А, с этой стороны. Хорошо. Так, хорошо. Дальше. Тормозной диск передний, тормозной суппорт передний, колодки передние. Пошли туда. Пошли туда, говорю. Ну, диск тоже тухленький. Так, ну мне нужно колесо разбирать. А, ось правильно снимается, надо же. Чё? А что мешает? А, это крепеж вилки. Понял. Стук снял. А кого тут снять? Почему-то снимает сначала правое. Не проваливаюсь под стул. Так, ладно, пойдет. Фара задняя, фара-то чё? А, вот тут вся пятнистая какая. А, ну что ж, давайте попробуем починить. Удалить, заменить. Чё? А работать можно? Или декорация? Не, серьезно это. А, вот станок, смотрите, да, через правую мышку. Работает. Ну-ка. Это декорация. Это декорация. Пойдем по всему проверим. Это декорация. Ты кто? Ты тоже декорация. Шиномонтаж, не декорация. Набор для рисования, для покраски, елки. Но это тоже декорация. Так. Комод. Комода слышу. Пылесос. Тоже что-то. Слушайте, я тут нет, ни на чем не могу, да?
Короче, хрен их знает, эти комоды, не могу с ними ничего сделать. Ладно. А почта. Почта почтой. Магазин, магазин мебели, управление мотоциклами. А давай посмотрим. Парковка.
Так, в какой-то момент я что-то со звуком нажал, но микрофон выключил. Надеюсь, это было... Да, блин, ты издеваешься. Так. Это я взял. Мотоцикл ведет себя странно. Ну, как-то... Можешь проверить, что с ним происходит. Вот это интересное задание, мне кажется. Да? А, оп. Так, крышка блока предохранителей, стекло передней левой фары, передней левой. Вот это что ли? Ну давай. Стекло есть. А, крышка аккумулятора, поворотник задний, лампочка левая. Ты что? Лампочка левая, пробка левой части бака. Блин, у него бак с двумя пробками. Двойной что ли? Или просто сразу с любой стороны заливать можно? А черт его знает. Так. А, лампочка, поворотник задний, пошли к поворотнику. Да, видите, он левой стороной притерся. А, он не левый, не правый, он просто поворотник. Так, хорошо. Крышка аккумулятора Б. Масляный бак. Такой синий на пружинках. А крышка аккумулятора. Где же у тебя аккумулятор-то? Блок предохранителей. А, вот она есть, да. Крышка блок предохранителей. Иди сюда. Я внутренняя. Тут еще предохранители есть. Крышечка. Крышка и крышечка. О, вот оно. Какая тухлость крышка аккумулятора. Так, а вроде все я сделал. Магаз. Мотоцикл. Ну хоть бы где-то тут писали, что это за мотоцикл. Так, ты кто? Луркер некий. Easy Motors Fetty. Или вот это, или вот это. Так, смотрим. Да выйди ты из этого. Почта. Че у меня тут? Gizzy Motors Fetty. Вот, а что луркер, я не знаю. Дизайн интерьера, инвентарь. Gizzy Motors Fetty. Итак, погнали. Лампочка левая. А лампочка правая, чем отличается от лампочки левой? Этого не знает никто. Так. Стекло, наверное, да? Пробка левой части бака. Крышка блок предохранителя 0.1. Поворотник задний. Стекло передней фары левой. Левой. Так. Погодите, а пробка левой части бака? Это тоже пробка левой части бака. Но модерн. Ладно, я понял. Это красоты. Еще вот так, идеал. Это тюнинг, господа. Это к нам приехал тюнинг. Так. Да, блин. Крышка. А я купил крышку блока предохранителей? Не помню. По-моему, нет. И крышка аккумулятора. Внутренняя. Трансмиссия. Крышка сцепления. Б. Ну это Б была вроде, судя по виду. Так, крышка аккумулятора купил. Стекло передней фары купил. Лампочку купил. Пробку купил. Вроде все купил. Так. Монтаж. Есть. А квесты там все мигают. Очень медленно просто получается. Так-то ничего, он как-то очень медленно и не культяписто очень. Так, погнали. Крышечки, крышечки. Ой, я аж две купил. Ой, даю. А надо, кстати, пойти и распродать все нафиг. Мне там уже поднакопилось, наверное. Так, ну они просто одеваются.
Такой небольшой кузовной ремонт. Так. Что у нас там? Заметить. Интересно, почему это такое странно? Он битый, да. Задание Фэти, что-то там завершено, быстро убегать не успеваю. Отсутствует руль. Недавно навестил приятеля, который живет в одном из опасных районов нашего города. В результате тот украл у меня руль мотоцикла. Пожалуйста, установите мне новый руль и установите неисправности в моем мотоцикле, вызванные этим инцидентом. Замените изношенные детали, почините, он мне очень нужен. При торможении слышен писк. Вот это уже как бы стало неудобно ездить. Возвращение домой. Проверить, починить заднее освещение. Но тут говорится, что делать. Не знаю. А, вот побочный, вот все, я понял. Основной квест, не основной квест. Руль его украли. Берем. Берем, смотрим. О, кстати, сейчас быстро стало грузиться. Так. Отсутствует руль. Ну, мы все наменяем. Вот мотоцикл стоит. А руль, кстати, есть. Погодите, или это приведение руля? Нет, это руль. Просто на руль надо повесить всякое. Что-то мне непонятно. Смотрите, фары есть. Ну, там стекло долбанное, долбанутое. Да. Заменить спидометр, стекло передней фары, поворотник. Это ему поломали. Хорошо. Давайте прогресс посмотрим. У меня очки навыков 7 штук. Моментальный осмотр. Трех деталей моей установки на подъемник. Ага. Пум. 5 очков. Необходим уровень 4. У меня уровень 5. Эй. Или у меня третий. А, это третий уровень. Это очки навыки 5. Так, я понял. Уровень 6. Уровень 8. А, уровень 5. Ну, короче, пока вот конь не валялся, пассивные навыки. Активные навыки. Активные навыки, пассивные навыки. Могу что-то, наверное, да? Спросить металлолома. Купите что-нибудь на свалке. О, как! Шопоголик. Ну, я ничего с ним не могу сделать. Ну, как-то не работает. Так, ладно. Карта. Что на карте? Давайте посмотрим. Разблокировали испытательный трек. 4 теста и состояние деталей двигателя. Ай, красота. Но мне пока тестить нечего. Так, что вот с этой козяброй не так? Короче, заменить всякое. Вопросов у него нету. О, и красненький светишься. Отлично. А, я еще не посмотрел, что у меня там складское лежит. Не продал. Так, стекло передней фары, поворотник передний левый. Левый это вот этот. Вот так, а всякое ему надо купить. Так. Магазин, а инвентарь. А, слушайте, у меня что-то есть. Банк. Не банг, а банк. Блин. Ай, блин, лучше бы на лонглаге оставили, правда. Так, а магазин мебели, магазин. А я могу продавать. Но у меня же как бы есть инвентарь, не? Не, ну что это такое, магазин мебели? Сам декор, подвесной декор, устройство. А что за устройство есть? Балансировочный станок и шиномонтажный станок. Ну, это у меня уже есть. Стол для покраски, шиномонтажный станок продвинутый. Тормозной токарный станок, а диски точить. Балансировки продвинутые, опять же. То есть, они, да, они разными версиями имеют. Стол для ремонта. Дина-стенд. Ну, забавно, слушайте. Ну, баблица, правда, стоит все. Стол для покраски. 850 баксов. У меня 16 тысяч баксов, если что. А что он заблокирован? Я еще один балансировочник купил. Да, я, похоже, еще один балансировочник купил. Так. Ну, с инвентарем беда. Погодите, не может быть, что с инвентарем. Ха-ха, как же беда. Выбрать все.
Продать. Вот. Продать. Ну вот я разобрался. Вот, вот и инвентарь. Так, ок. Заменить. Ну, короче, теперь все покупать. А, магаз. Ты у нас. Тут, блин, вот. Название мотоциклов. Ну что, неужели сложно? Или мне запоминать каждый раз? Гизи Моторс Фетти. Хорошо. Вот статус еще можно смотреть, да? Вот, вот оно название, в статусе можно смотреть. Так, хорошо. Магаз. Магаз. Мотор. Магаз, да и нету. Вот так вот. Ну, погнали. Так, что нам нужно? Ну, руль, во-первых. Что нужно? Зеркало левое, зеркало правое. Вообще не разные, не знаю. Модерн хрен ему по всей рыжей морде. Рулевой рычаг левый, рулевой рычаг правый. На самом деле это тормозной рычаг. Накладка на руль левая, накладка на руль правая. Несомненно, есть что-то крутое. Есть крутое, но опять-таки... Ох, мечта. Опять-таки хрен по рыжей морде. Идеал. Да, хрен тебе. Так, поворотник левой передней. Это, наверное, как она, фурнитура. Аксессуары. Так, стекло передней фары. Да? Да, классика. Я всю классику покупаю, перебьется. Поворотник. И спидометр. Ну, кстати, спидометр, это возможно... А, нет, это тоже аксессуары, да. Так, монтаж. А в таком виде руль, смотрите, пустой. А снизу вроде он был с ручками. Ну как, может, привидение местное. Так, фары. Ставься. Ой, фара, зеркало. А ее можно красить еще. Да, там помечено, но красибельно. Слушай, интересные мотоциклы можно собирать. Если тут есть вот это вот шляние по гаражам, по свалкам, это было крайне интересно. Там что-то надо сделать, чтобы выйти на свалку, надо что-то открыть. Ну, как всегда. В кар-механике тоже не сразу открывается далеко. Так, стекло и поворотник остался. Готово. Забирай. Бабло ушло. Так, сейчас играю в симулятор мотоцикла. Мне кажется, что моя модель лучше смотрится в виртуальном мире. Пожалуйста, взгляни на физическую версию. А чё, ну заменить. Писк в районе заднего колеса. Байк моей мечты. Но что-то с ним не так. Ну блин, все это явно менять. Мне так это... А мне хочется что-нибудь подумать. Ладно. Это побочные квесты на самом деле. Берем. Главное было вот с рулем с этим. Так, ну чего? Писк в районе заднего колеса. Давайте съездим. Ух ты, елки. И потестим. А как тебя отвезти потестить? Карта. Выбрал. А что я не могу? Anvil Spectre. Запчасти с сильным износом. И чё, вот поэтому она... Я и так могу найти, чё не так. Я-то хотел проехаться. Аукцион? Ты чё, большой гараж. А, это гаражи покупать. А свалка? Недосуд в прологе. Хорошо, у меня не пролог. Свалка. Плат заезд 20. Необходимый уровень 4. Вот она. Счастье-то. Вот оно, счастье-то. Вперед. Автодром. Я не могу. А, потому что запчасти с сильным износом. Это надо сейчас поменять. Но, блин, я вот без всего этого, кроме батарейки, могу ездить. Ну, я понятно, что я могу слазить и понять, что вот тут колодки приехали, да? Ну, стопудов же колодки.
Ну, они красненькие все яйца почему-то. А, они снять еще мешают. Ну, давайте разберем, посмотрим. Я более чем уверен, что колодки. Может, конечно, нет. Так. Ну, так. Ну, 37%. Тормозная колодка задняя, левая, вот она. И она и скрипит. Что тут еще? Диск. А, смотрим. Диск нормально зелененький. Колодка. Вон батарея красно светится, АКБшка. Так, ладно. Ты кто, кстати? Я вечно с ним буду мучиться, я чувствую. Какой у меня мотоцикл в данный момент? Техас Райдер, Спитфайр. Спитфайр! Ну, я, да, еще пока путаюсь. В интерфейсе. Техас Райдер. Сайт производитель, видимо, Спитфайр от модель. Ладно. Поиск. Задняя левая вроде как, да? Сейчас посмотрим. Правая, да? Нет, левая. Все правильно. Думаю, ошибся. Нет, все нормально. Но 37, кстати, это немного. Все, писк не слышен. Ну, смотри, закрасилась, то есть я нашел. Ок. Демонтаж. АКБшку. Я немного тут откручиваю. Заземление, что ли, какое-то было? Так, седло. Так, главный блок предохранителей. Где у тебя главный блок предохранителей? Жесткий кофр. Жесткий кофр, хорошо. Мне блок предохранителей найти. Ты в какое место его прячешь? Термостат. Кожу компрессора какого-то. Трансмиссия. Ёлки. А предохранитель у тебя где? Масло. Тут, блин, сложнее, чем машина. Это фигня. Ну-ка. Это жесткий кофр. Нет. Это какой-то багажник. Кожа сцепления. Боковая подножка. Радиатор верхний. Блин, где у него предохранитель этого? Спидометр. Крышка блок зажигания. Ну, хоть какой-то намек есть. Ну-ка. Дроссель, крепление зажигания. Хрен там плавал. Это реально зажигание. АКБшечка. Насос, трансмиссия. Не, ну не удивишь, те же предохранители у него стоят. Выхлопная труба. Вообще вот вся электрика у него как будто здесь, но тут термостат, всякое такое. Крышка масляного фильтра, кожа компрессора, трансмиссия. Это топливная вся бодяга. Тут нету. А вот тут может быть. Тут спидометры. Слушай, во спрятали, а? Обычно где-то вот тут оно у мотоцикла. Я даже вот красным ее не вижу. То есть, видите, фара вот красная. Корпус аккумулятора. Фара красная. А предохранителя даже не видно.
А можно найти, на что он похож и где он стоит, а? Нет? Спидометр. Так, ладно. Главный блок предохранителей. Мы так через магазин дело найдем. Это Техас. Райдер Спидфайр. Так, а... Это серьезно? Это... Чё-то у них сглючило, мне кажется. Поворотник передний левый. Ладно. А, да, сглючило. КБшка. Так. А... Да, главный блок предохранителей. Где такой может стоять, хотел бы я узнать. Плоская фигня. Но я его куплю. Но где-то плоская фигня живет, я даже не знаю. Так, стекло передней фары. Поворотник передний левый. Фара передняя. Фара передняя. И седло еще. Седло. Классика, ёлки. Блин, ну теперь, внимание, вопрос. Где эта плоская зараза стоит? Крепление для сжигания. Дроссели. Там трубки. Тут термостат, елки. Тут хоть весь мотоцикл разбирай. Жесткий кофр. Тут негде. Нет, ну не на колесе это не может стоять. Да, это жесткий кофр откручу нафиг. Я сомневаюсь, что это оно, но давайте. А хрен там плавал. Ну, в колесах оно не может стоять. В ВКБ тоже нет. Давайте корпус аккумуляторов не сниму. Может, за ним как-то засунуть. Нет, не за ним. Крышка генератора двигателя. А... Иди нафиг. Предохранитель. Вот оно. И чё? А, вон ещё. Вот он, собака. Во, всё. О, нашел. Да, это было непросто. Так, маленькие винтики. Все, собираем обратно. Блин, вот тут была хрень. Конечно. Откуда я знал, где он стоит? Не, ну я так примерно понимаю, что в мотоцикле вот, электрические детали очень далеко от тех мест, где они используются, не уносят. Ну, исключение аккумулятора там под сиденьем где-нибудь, да? Которых зажигание бывает где-то под сиденьем спрятано, что-то такое под бензобаком бывает ее ставят. Но очень далеко не уносит. Поэтому где-то она вот рядом с остальной электрикой. Но найти это да. А у него была мечта. А я ему классику пиндюрил. А что, классика, это же хорошо. Ну, он засчитал. Так, поворотники и фары. Погнали. Оп. Демонтаж. В общем, что я могу сказать? Жду не дождусь свалки. У него мечта, кстати. У него все мечта. А я ему ставлю классику. Ай, ладно. Светит, светит. Кто может сказать, что не светит? Светит. Идеал вообще стоял у него. Не, чувак. Классика. Лучше классики ничего нет. Деталь несовместима. Как несовместима?
там же идеал. Тыц. Все, забирай нахрен. Новый навык. А, новая мебель. Больше не успел прочитать. Магазин мебели не надо, новый навык что-то. Открыли свалку. Может быть, ржавые детали и мотоциклы по низким. Мотоциклы по низким ценам. Отлично. И новый навык какой-то у меня тут доступен. А вот этот вот. Наладчик фильтров. Моментальный осмотр. Ну, мультиметр, да. Ну, норм. Че, в почте? На свалке в поисках вещей для мотоцикла наткнулся на это чудо ржавое. Надо услышать звук его двигателя. Бывает. Это основной квест. Берем. Ха, чувак, ты уверен, что это со свалки? Монстр Циндер. Да. Ну ладно, господа, на этом давайте закруглимся. Жмите, пишите. До новых встреч.